Всем здравствуйте! С вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем играть в первый Биошок. Как ты помнишь, прошлая серия у нас закончилась очень интересно, ну и по сюжету, и по тому, что YouTube заругался на меня, сказал: «Ух, блять, авторские права, нарушитель ты какой, ух, бляха!» Хотя я ничего не нарушаю, я просто играю в игру, не знаю, видимо, это нельзя тут делать, некоторые музыки слушать, хер знает. Вот, но мне пришлось оттуда уйти, потому что я понимал, что если бы я начал оттуда Тененбаум, снова пришлось бы звук вырезать, снова пришлось бы просто вам слушать тишину и смотреть, как я тут просто хожу, и все, это не особо интересно. И я шел, а там музыка нихуя не заканчивалась. А потом начал еще какой-то мужик точно так же петь. Как-то вот, знаешь, вот эта вот музыка 80-х явно там с винилки с какой-то вот играла, еще что-то. Поэтому я решил и это место пройти. Вот только сейчас я до сюда дошел. Вся музыка, блять, кончилась. Мне уже успел и Фонтейн всякого говна наговорить, и как-то там на мозг на мой повоздействовать, и еще что-то. Но, короче, вот до сюда я дошел. И отсюда я стартану наконец-то. Я надеюсь, этой музыки больше не будет никакой, потому что та вот, где мужик пел, она явно тоже какая-то с этими, с авторскими правами. Опять бы на меня наругались, еще что-нибудь. Оп, патрончики я взял. Пообщался я немножко с этими, с девахами Тененбаум, с мелкими, сожрал у одной из них шоколадку. Она такая: «Эй, это мое!» Я говорю: «Ну, блядь, я тебя спас, надо платить, нихуя себе». В пятнашки там с ними поиграл, что-то по делу. Вот, ну, Фонтейн, конечно, сука. О, он опять, смотри, делает. Вот опять, то же самое делает опять. Он такой тихий, кстати. Я так понимаю, я не понял, что он делает, но я так понимаю, что он мне вот аптеку одну снял. У меня было только что 4 вроде аптеки, а он мне одну снял. Так, давай взломаем медпункт. А, да, кстати. Так, нет, вначале давай я взломаю, а потом свою мысль скажу, а то я сейчас буду как-то на одном фокусироваться и нихуя не скажу. Так, давай быстрее. Нужно вот это поставить. Вот это поставлю, вот это сюда поставлю, это сюда. Нужно еще длинную. Все есть, ага, хорошо. Хотел сказать большое спасибо. Вот смотри. Опять играет какая-то хуйня. Опять какая-то хуйня играет. И я так подозреваю, что опять у меня авторские права порежут. Ты посмотри. Опять что-то играет. Ну твою мать. Я не знаю, будет оно работать или нет. Так, ну-ка, блядь. Дерьмо, блядь. Ну мне страшно, короче, подожди, я пока тогда свою мысль не буду никакую говорить, мало ли ее вырежут. Так, секунду, тут я ничего делать не буду, я просто убегу, короче, от этой музыки. Задрали просто, я не знаю, как проходить-то, если тут какая-то музяка постоянная. Так, ну-ка идешь нахер, да, прям идешь. Подожди, у меня же улучшенный автомат, у меня нет отдачи, почему? Так, стоп, я тебя, короче, зафоткаю, ты мне надоел? Я тебя возьму и зафоткаю, у меня будет, вот. Старое статистическое поле почти перестало замедлять. Приобрести новое статистическое поле 2. Ну, хорошо, я не помню, что у меня первое это было. Ну да, у меня первого особо нету, поэтому не знаю, насколько оно мне нужно. А ты что упал-то? А взрыва типа, нихуя себе. Мутант-стрелок, блядь, а от взрыва падает. Так, подожди-ка, стой, на-ка. Ага, хорошо, да что такое-то, блядь? Что там в меня такое стреляет? Блядь, гранатометчик какой-то там стоит, ты смотри. Хуило, подожди. Оп, раз и все. Какой у меня у него статус? Ашечка. Ашечка, это хорошашечка. Куда ты побежал-то? Куда ты? Дружок, куда ты? Подожди, дай я тебя ключом просто отпиздякаю, да и все, вон, заморожу тебя нахуй, да и до свидания. Ага. Да какой биз-биз-биз-биз-биз-биз-биз-то? Никакого биз-биз-биз не надо. Блять, на, поскорее. Еще и мистер Бабблс тут ебаный в рот. Еще и придется его загасить, короче. А придется загасить тебя, мистер Бабблс, потому что, ну, нихуя себе. Потому что надо спасать девок. Девок надо всегда спасать маленьких. Ать! Они тут, кстати, теперь стрелки. Блять, у меня хп, конечно, осталось прям очень дохуя. Очень много врагов. Очень дохуища врагов. Так, стой. Уйди нахуй отсюда. Я сражаюсь с мистером Би. Давай. Хуярь другую. ХП-то где? Подожди. Ясно. Ясно. ХП сегодня не ХП. Ну давай, ладно. Куда я телепортнусь? Ох, бля. Опять к этой музыке ссаной. Хватит мне ее пихать везде. Хватит мне пихать эту музыку, мне она не нужна. Так, ты выключена? Или не выключена? Блять, заткнись нахуй! Хорош там что-то пиханить. Не надо это делать ничего, нет? Ой, как нихуя ты рыгаешь там, блядь. Ну-ка нахуй. Отлично, мистер Би, пизда Би. Так, ну-ка на тебе тоже. Тихо, мистер Бабблс, давай-ка. Да. Ты потом мне спасибо еще скажешь. Я у тебя еще шоколадку спищу и в кубики с тобой поиграю, ага. Хорошо. Блять, говно какое-то в меня еще стреляет там. Ну-ка, нахуй. Ну-ка, слови, блядь. Слови приколюшку.
Оп, хорошо. Плазмид, способный улучшить душу. Может быть, секрет в твоей ДНК. Я пошлю к тебе малышку с подарком, который облегчит твое бремя. Ага, хорошо, спасибо. На-ка, блядь, да сука. Да попадись ты в него, да, блядь. Ай, говно, кончилось, ты посмотри. Кончилось все, блядь. Так, тихо, где он? Куда убежал-то? Сейчас опять меня убьет как-нибудь издалека там. Дерьма кусок, ты посмотри, где он? Где он? Где? Давай, давай, даю, даю, ты где? Сука, заебал меня, на, нахуй, короче. Не надо меня кидать ничем, блядь, не надо. Не надо, вон я почти уже сдох. Так, где-то медичка была. Где-то была медичка, мы ее взламывали. Только что буквально. Опять музыка, блядь, сейчас будет. Опять. Ла-ра-ла, ла-ра-ла-ла, ла-ра-ла-ла-ла-ла. Не бывало, ла-ла-ла. А все время лето. Так, тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Вот эту хуйню вот эту делать. Все-все-все, успокойся. Я тебя, наверное, подожду к хуям, короче. Дай мне. Да дай мне, я хотел. Ой, ладно, короче. Ладно. Это не проблема. Враги кончаются, это хорошо. Хорошо, что они не возрождаются. Похер, что у меня нету аптек, нихуя. Меня, правда, фонтейн еще, наверное, потом ёбнет как... Как? Ладно. Это... Нет, это не беда. Люкс и Меркурий. В смысле люкс и Меркурий? В смысле эти? Апартамент люкс. Вот. Скажу сейчас, пока нету, короче, нихуя тут музыки. Я хотя бы тут ничего не вырежу, скорее всего, как бы звук не вырежу. Хочу сказать большое спасибо в кавычках, опять же, в кавычках, людям, которые, я не знаю, нахуя они делают, но я себе благодаря прекрасным комментаторам, тоже в кавычках, опять же, проспойлерил, почитая комментарии, что Эндрю Райан мой батька, я не знаю зачем, я этого не знал, он мне об этом особо не говорил в прошлой серии, вот, но я как бы вот так вот проспойлерил, не знаю, где-то мне, наверное, в дальнейшем это скажут, ну вот так вот, короче, ладно. Будем иметь, конечно, в виду, но хотелось бы мне это узнать, наверное, самому все-таки, когда вот по ходу игры. То есть, как бы было, конечно, то, что вот он, убей меня, все, ну нахуя, как бы это вообще все сделано было, не знаю. Вот, так что я немножечко расстроен даже, что вот так вот я это узнал, но уже нихера не поделать, поэтому долго расстраиваться я не собираюсь. Так, блять, ну куда вот ты полетел и как вот иначе тут сделать? Так никак не сделать. Ты посмотри, какой кусок говна, блядь. Так, ну давай вылечусь, ладно. Сейчас опять будет то же самое, что ли, блядь, да? Опять будет то же самое. Ну давай тогда сюда. А теперь куда, блядь? Куда вот? Где эта хуйня-то другая, блядь? Нету, все, опять говно. Ой, пошло в пизду, короче. Я вот так просто сделаю. Заебало меня, потому что. Сколько можно? Какие-то теперь уже эти неправильные мне дают. Вот где кто пиздит? Наверху, что ли, пиздят? Так, ладно, у меня есть вот это вот. Напалм я возьму. Что я хочу улучшить? Неуязвимость к урону. Неуязвимый для собственных гранат. Хм, это так-то прикольно. Это так-то прикольно. Давай вот это я, да, заюзаю. Мистер Козвелл? Это не я. Это не я. Я не мистер Козвелл. Я не знаю, о ком ты говоришь. Так, у нас есть двери. Нам нужно в кабинет этого самого туда-сюда. Вот, сушонг. Подожди, нет. Вначале давай, может, не к сушонгу? Нет, ладно, давай к сушонгу. Хуй с ним. Вначале к сушонгу сходим туда, куда надо. А кто она, ебать? Какой он тихий, пиздец. А, томатные консервы. Вроде не рухнуло. Говно. Блять, не особо я сейчас его слушал, если честно. И вот это вот слушаю. Во-первых, он тихий, пиздец. Во-вторых, он пиздит мне всякую хуйню. Я там провел 12 лет до вложения капитала. Там откуда я? А ты где был-то? Там откуда я? Давай еще послушаем, я подобрал тут. О, сушонг. Все эти годы нам казалось, мы делаем успехи. Вот этот громкий, смотри. Ящиками скиннера с электрошоком. Ай, блядь. Ай, блядь, да подожди. Ай, блядь. До того, как появился Адам, приручить ребенка было не проще, чем гремучую змею. Фонтейн дает сушонгу легенду, чтобы тот внушил ее ребенку. Ребенок не личность. Он как музыкальная шкатулка, сыграет ту мелодию, которую хочет услышать Фонтейн. В смысле, блядь? Почему сушонг говорит так, как будто он робот? Он что, робот, блядь? Типа Фонтейн дает вот это. Я сушонг слушать. Какая-то странная хуйня. Так, что это у нас? Новый инженерный тоник. Янтарные позиции требуют на один компонент меньше. О, это хорошо, бля, но у меня нету тут этого, да? Вот этого, ладно. Так, опять что-то сушонговое, но этот свистун-пиздюн меня заебал. А, ты сам сказать решил? И этот миф дал ему власть над ними. Однако уберите все наносное и увидите простого мошенника. И как любой мошенник, он больше не
больше всего боится, что его самого надуют. Вот где, зачем, сука, он заказ... зачем он ноль, заказал блин. Образец 192. Антидот от плазмидов ментального контроля. Фонтейн строго-настрого мне запретил рассказывать кому-либо об антидоте. И Сушон, конечно, послушался. Угу. Блять, сколько тут болтовни. Что что-то за этим кроется. Угу. Сушонг вечно что-то скрывал. У него всегда были свои секреты. Наверняка он держал этот образец 192 в своих лабораториях у площади Аполлона. Но как-то раз я украла одну дозу и спрятала ее у себя дома на втором этаже. Я понятия не имела, что это такое, но подозревала, что мерзавец замыслил недоброе и решила приглядывать за ним. Так, окей, значит, нам надо, да, найти этот образец, чтобы он прекратил нами управлять. Собственно, ой, блядь. Когда вы успели эту залупу-то установить, блядь? Ай, еще и фонтейн, говна кусок. Так, дай-ка я тебя зафеткаю, блядь, вас обоих зафеткаю. Заебала ты меня, блять. Вот ты и турель твоя, и все меня заебало. Ты в нее выстрелил там, нет? Ну-ка, давай-ка я сам, блядь, выстрелю. На-ка, нахуй. Ага. Так, мне уже пизда, походу, потихонечку начинает становиться. Угу. Там вот был где-то прекрасный такой... А, я его сломал, да. Я его уже разъебал, все нормально. Ну ладно, без проблем. Так, я убил эту турельку-то или что? Убилась, хорошо. Я куплю здесь тогда. Тут ведь вроде есть? Или тут только... Только взлом. А, ну без проблем, взломать-то я умею. Так, давай тогда мы тык-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Блять, опять ты посмотри, опять через какую-то пень-колоду надо все это делать. Так, давай вот сюда, дальше вот так вот, блять, чё так быстро-то? Нету хуйни-то, которая мне нужна. Ну давай, похуй. Устройство закоротило. Так, подожди, давай взлом опять. Устройство закоротило, хуетило. Вот так вот тогда пойдем. Длинную дай. Длинная есть, хорошо. Еще длинная есть. Теперь пойдем тогда наверх, хуй-то с ним. Надо сходить вот сюда теперь. Угу. Теперь мы пойдем вот так вот наверх, вот так вот наверх. Где, блядь, длинная-то еще одна? И сюда. Что так быстро стало-то? Так, все, купить предметы. Давай аптеку купим. Вот до талого, короче, нормально. И что еще купим? Картечи есть. Вот так вот мы купим патрончиков, да, хорошо. Револьверчиков купим, револьверчик очень хороший. Он домашний у меня, пиздец, сколько. Вернусь я, когда будут деньги, да, хорошо. Подожди, я еще зайду в кабинет доктора какого-то, нет, не доктора. А Кул Пеппер. А, Кул Пеппер, это опять она. Ты жив, нет? Ну, на всякий случай, контрольный, блядь. Мало ли он решит оживить. Подожди, Кул Пеппер, это же это. Это не она была, разве? Ну-ка, подожди. Там, в ванной. А потом увидел недошитое одеяло у нее на кровати. Красивое такое, знаешь, красное и черное. Просто чудо. Вот я его и взял. Ну, знаешь, чтобы кто-то мог его закончить. Чтобы оно кому-нибудь пригодилось. Просто жалко было его там оставлять вот так. Так, ладно, чувак забрал одеяло бабёхи. Это попахивает немножко, конечно, чем-то... чем-то странненьким это попахивает. Так вы меня заебали, вы что такие толстые-то, блядь. Ну-ка, подожди, может, их все-таки поджечь, на? Дай-ка я тебя подожгу, наверное, немножко. Ать! Давай, сгори, нахуй. Сгори, блядь, на работе. Вот хорошо, ты так горишь прекрасно, блядь. Так, давай. Еще одна какая-то мразота, что ли? Ну-ка, подожди, ты-то кто? Да слишком низкий уровень, подожди. Ты где? Да. Так давай, фоткай ее, чего, нет? А, слишком низкий уровень ее? Уже? Уже ее? Все в электричестве, бля, гетто. Подожди, на второй этаж чуть попозже поднимусь. Чуть попозже, а тут-то надо посмотреть, все залутать вообще-то. Так, тут нихуя нету. Здесь вот есть вот эта хуйня, но мне оно не надо. В принципе, но мне нужна аптека еще одна. Давай-ка, раз. Ага, забираем. Так, тут у нас что? Просто стул. Кто-то сидел, блядь, любовался на вот этот бикини-ботом. Ладно, хорошо. Хорошо, удебили. Так, наверх сходим. Сейчас, наверное, тогда пойдем. Аптеку я еще одну заюзаю. Кто там, блядь, какую-то вот это вот делает? Бабки огроменные. Так, ну-ка, что тут у вас? Что тут у вас? Бляха, тут смысла нет его поджигать, потому что это... Потому что он не подозрется. Так, ты-то у нас кто вообще? Ты-то кто? Тебя надо фоткать, нет? Нет, ты какой-то тоже низкоуровневый лох, походу.
Подожди, у меня патроны кончились. Низкоуровневый лох, подожди, у меня патроны кончились. Ну-ка, иди нахуй отсюда. Низкоуровневые, а патроны на нем кончаются. Ух ты, блядь, как у вас тут удобно в туалет, наверное, ходить, да? Прям удобство, ебать. По-моему, у вас тут немножко протекает, нет? А вот, собственно, и ванна, а вот, собственно, и, скорее всего, Калпеппер. Скорее всего. Я сказал, скорее всего, за последние вот эти вот пару минут раз 500 зачем-то. Так, ну пойдем. Пойдем тогда, ладно. Блять, кто-то мычит, он меня так заебал мычать. Сколько можно мычать? Он мне в ухе просто вот в правом где-то постоянно все. Вот ты бы, какую-нибудь эту, не знаю, как они вот, вахту, наверное, какую-то несут, да? Или как это называется у них правильно? Вот, теперь мы пойдем к Кохену. Вот, они вот какую-то вахту несут, и что они вот постоянно... А, это ты, Коэн? Так пишется Кохен? Сандер Коэн. Так я лечу. Я думал, у тебя там целая арена, блядь. А, ты жив, говно. Вот, я думал, у него там целая арена его, типа, вот где он работает. А у него-то, оказывается, и тут кабинет есть, и там, и везде, короче, уже. Так, а что это такое? А что это такое? Как это достать-то? Это тоже вот это? А, напалм просто. Ладно, хорошо. Картину-то нельзя подвинуть. Тут такое ощущение, что за картиной должна быть какая-то секреторичка, нет? Ну, секреторички тут нету, ладно. Не беда, лебеда. Так, ну пойдем тогда сюда. Пойдем тут поизведываем. О! Нихуя у вас тут все интересно. Вам прикольно? Даст мне денег. И всем нам даст. Надо только подождать. Да, надо только подождать, пацаны, все нормально. Вижу, ты все еще пробуешь крылышки. Она похожа на Тененбаум, кстати. Оставайся и наслаждайся танцем, если хочешь. Но не вздумай сбивать ритм. Так я не буду сбивать ритм. Ладно, вон танцуют, молодцы какие. Пусть танцуют без проблем. Они, правда, разговаривают очень странно. Они вот стоят рядом, но она на него такая: а-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что-то там наспех тебя поднимут, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну ладно, танцуйте, радостные такие, молодцы. Тут что-то закрыто. Надо как-то открыть будет, наверное. Тут у вас что? Тут просто нихуя. Труп кошки, блядь, опять. Труп кошки, ты посмотри опять. Ну нахуя вот это вот произведение искусства здесь в кавычках? Зачем? Это вообще хуйня какая-то. Зачем вы тут убиваете кошек, собак, еще кого-то? Это все, не знаю, неправильно, блядь. Это как-то очень слишком жестоко. Мне хочется плакать из-за этого. Че, вот это вот я могу? Ой, блядь. Ёбаный брат, извините, пожалуйста. Извини, Коэн, я не хотел. Я хотел аптеку поднять, блядь, подожди. Ну-ка раз, маги, блядь, ты посмотри. Кубики ёбаные. Хотя на самом деле там параллелепипеды, блядь, в этой упаковке. Ну ладно, ладно, да ладно тебе, блядь. Куда полетел-то уже опять? Чё такое? Ну-ка на-ка. Ну-ка на-ка. Ой, как хорошо вблизи-то это вот все хуярится. Ну-ка, где ты? Где ты? Ага, ты вот здесь. Бам. Я случайно. Да извини. Да не надо. Блядь. Ну нахуя? Ты здесь спустишься, да? Блядь. Не, вот не надо. Да не надо, да. Ну, Коэн, ну давай хорош, блядь. Ну давай, мы же корефаны с тобой, алло. Мы же корефулики. Ну, Коэн, ну ебаный свет, блядь. Ну давай по-нормальному поговорим. Заебал меня тогда, получается, ладно. Не хочешь разговаривать, не надо. Бам, блядь. Бам, блядь. Коэн, иди сюда. Я ему тут, блядь, этот, сломал граммофон. Он меня убить за это решил, прикинь. Я бы тебе новый купил, заплатил бы, блядь. Я же просто граммофон разъебал. Чего вы все такие тут нервные, блядь? Вам надо какие-нибудь успокоительные там, это, пустырничка попить. Да, блядь, промахивайся. Опа, хорошо, вот так вот попал. Надо прям просто вблизь подходить, он все равно нихуя не дамажит. Так, ты где? Бам! Ахась. Подожди. Ну ты улети, улети, я не знаю. Улети куда хочешь. Так, ты здесь появишься, да? Хорошо, без проблем. Ать. Коэн, ну прости, чувак, прости. Я понимаю, что тебе последний удар остался, поэтому извини, пожалуйста, я не хотел. Я думал, мы корефаны, а ты, блядь, нападаешь на меня из-за какого-то ебучего граммофона, блядь. Из-за какой-то хуйни вот нападает, ну серьезно, ну это не дело. Это не по-дружески, нихуя. Да я посмотрел уже на тебя, блядь. Посмотрел я уже, все. О, ключ от шкатулки. С музами, нихуя себе. Ладно, без проблем, без проблем. О, я у тебя еще и улучшить могу, как удобно. Давай мы, наверное, что сделаем? Скорострельность дробовика, ну, возможно, конечно. Увеличение пробивной силы. Арбалет, я вообще с арбалета не попадаю, короче, прям вот совсем. Что-то прям там печально как-то у меня идет. Я не знаю, он еще и перезаряжается долго тоже. О, с них тоже может что-то полутать, да ладно, нихуя себе. А где у тебя шкатулка? Это не шкатулка. А где шкатулка-то? Подожди, где тут должна быть шкатулка? У него, я только что этот, ну, ключик-то подобрал.
Я уже ее посмотрел, что ли? Вот это она была. Ну, это вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Это? Это контейнер. Нихуя у тебя ванна, блядь. О, здравствуйте. Вы тут с делами заняты, извините, пожалуйста. Да где у тебя эта ебаная шкатулка-то? Труп, блядь, в ванной у тебя еще сидит. Ну давай наполним, пусть помоется. Я не знаю, может этот асбес немножко прекратит его сковывать движение. Подожди, я что-то не понимаю. Я что-то не вижу. Где-то здесь должна быть. Где-то тут она есть. Шкатуляха. Шкатуляха-то тут есть ведь где-то, нет? Подожди. Не, ну это стол. Это обломки. Это все хуйня какая-то, это все не то. Это все хуйня, это все не то. Подожди-ка. Стол. Ну вот это похоже на шкатулку. Что тут даже написано, блять, на голову только переворачивать, чтобы прочитать. Но тут больше нихуя нет. Нет шкатулки-то. Осколочная граната есть, но тут нету ничего. Обычно шкатулки или что-нибудь стоят у комода на кровати где-то, но тут нету. Не знаю. Может здесь? Здесь тоже нету. Ну я сдаюсь, ладно. Сдаюсь, Коэн. Не знаю, где твоя шкатуляха. Может она тут, конечно, где-нибудь. Вот это вот очень, блядь, похоже на шкатуляху, нет? Так, коту я больше не пойду, ну его нахуй. Может быть здесь где-нибудь? Тут же все кабинет Коэна, мало ли. Мало ли здесь где-то есть оно. Ну тут вот это все как-то порушено. Как-то нихуя нет. Давай я перезаряжусь на всякий, кстати, пока хожу. Тут тоже пизжу. Вот здесь вот она может быть, в принципе. Кто-то пиздит все еще. Господи, че пиздят? Че пиздят? Вот это может? Стол. Шкатулка? Нет. Не похоже на шкатулку-то оно даже. Тут вот какая-то рыбеха только есть. И все. Ископаемая. Да нет тут нихуя, ты посмотри. Какой ключ-то от шкатулки? От какой в пизду шкатулки? Нахуя она мне нужна? Ну, книжки. Ну, вот контейнер. Ну и все. Ничего нету. Блять, не знаю. Не знаю, короче. Может, к нему надо пиздошить. Ну, это прям странно бы было, если бы к нему на станцию надо было пиздошить, чтобы открыть его шкатулку. Это вообще странная хуйня. Ладно. О! У тебя есть пиздючка, нет? Нет, пиздючки нету. Ну, тогда иди, иди поскорее отсюда. О! А это у нас что такое? Кодовый замок, вести код. А я только код могу вести, что ли? Mail Fontain F. А, так мне к нихуя у тебя кабина, блядь, здесь. Хуя себе. Так, подожди. Я так и не понимаю, вот Тененбаум всегда, походу, знал, что Атлас уже там, видимо, сдохший или что, я не знаю, как бы. Ну, что это, блядь, что это не Атлас, со мной общается, короче. Чего она мне сразу не сказала, что Атлас это не Атлас, это Фонтейн, какого хуя. Вот, офис Тененбаум, кстати. Пойдем к нему. А что, нет? Не пойдем? Ну и ладно, не хочет она говорить. Но она же сказала, что у нее есть образец вот этой хуйни у нее в кабинете. И что не открывает тогда? Открыла бы, было бы прикольней. Так, тут у нас что, это чей? А это не чейный. Подожди, нет, что-то написано, но что-то как-то хуёво очень написано. Чей-то непонятный. Брошенная квартира? А, то есть это типа был чей-то офис. Ладно, может быть здесь шкатулка Фонтейна есть, не, ну мало ли. Девок поубивали, блядь, кто-то. Смотри, какой-то уёбок девок поубивал, блядь. Зачем? Я бы их спас. Так, где этот уёбок? Где этот уёбок? Подайте мне его, блядь, сюда с хлебушком черным, я его съем нахуй. Так, вот свистун ты, ёбаный, блядь. Свистолёга, ёбаная. Вот ты свистолёга. Все, тебе пизда, свистолёга. Заебала ты меня свистеть, мать. Ты свистишь постоянно просто. Везде уже свистило. Твое свистило мне не уперлось никуда. А, у вас тут лежал рядом с горящей, блядь, плитой азотный этот баллон, и он не взорвался. Или что там было? Какая-то хуйня была тоже. Заебись. Это мне ради чего надо сюда идти? Ради вот этой аптеки на вот это тратить? Серьезно? Так ты чё, куда? Ну давай вот так вот. Ради вот этой аптеки одной. Серьезно? И это все? Это все, что мне тут надо сделать? Унитаз использовать, заебись. Ладно, использовать. Охуительно. Еще они и возрождаются, ты посмотри. Только что какая-то хуйня получилась. Ну, блядь, да. Да. Это действительно брошенная квартира. Тут действительно... Да ёбаный в рот. Ну вот. Подожди, может я все-таки дурак? Может я все-таки дурак и нам по правде-то все это говорили уже? Что я типа сынок Райана? Может я зря тут что-то попиздел-то на комментаторов, нет?
Я просто не уловил этой связи, вот когда вот я прошлую серию записывал, что я опёздал Райана. Не было у меня такого, что я такой, бля, Райан мой батька, ёбаный в рот, типа, хуя себе. Вообще такого не было. Так, чувак, я рядышком пройду, так, дай-ка я по-быстренькому, оп, спасибо. Вот. У меня вообще не случилось такой хуйни, заткнись нахуй, блядь. Заткнись просто. Не знаю. Я, конечно, может быть, что-то не понял, но если что, если я не знал, то извините. То есть, если мне прямо сказали, а я нихуя не понял, то извините. То я забираю свои слова назад. Ах ты говно, я думаю, что я его облутать не могу, блядь. Так, все, я тебя фоткаю, короче. Я тебя фэткаю, все, блядь. С всего, а почему мутант-стрелок С-то? Я их вообще не фоткаю, что ли? Так, подожди, а тебя надо? Нет, ты лох. Нет, ты лох, подожди, да стой. Да я хулиган, да. Да я не знаю, где твоя кукла, ты уже с серии 50, блядь, спрашиваешь, где твоя ебучая кукла? Я тебе с серии 50 говорю, что я не знаю. Ты чё? Из какого твоего дома, блядь? Ну-ка ты где там? Опять свистолёха, блядь, свистолёха какая-то, я иду к тебе, свистолёха. Где свистолёха, блядь? Ты меня заебала уже в края просто. Так, ну-ка дай ко мне эту хуйню. Вот эту? Нет, вот эту хуйню дай. Да как-то ты неправильно вообще делаешь. Почему ты так неправильно делаешь? Да почему он неправильно делает-то, блядь? Ты в моем городе. Давай, ты в моем городе. Ать, на, нахуй. На, свое забери, давай еще. Ать. Ай, блядь, я твою маску нахуя-то снял, подожди. Раунд 3, на, нахуй. Ага. Ну давай. Давай, кидайся. Ага, вот тебе, на, держи. Так прикольно с ними воевать, давай. Давай, кидай, ать, бам. Молодец. Давай еще разочек. Ну. Ать. Блять, не словил побыстрее. Не словил. Так, давай еще. Ать. Словил. Перекидывание горячей картошки у нас происходит. Играл в такую игру, блять? Вот, пожалуйста. Вот ее весь смысл. Заебись. Так, вот здесь. Нет. Вот здесь. Отлично, блять. Наконец-то. Ладно, хорошо, убрал. Там еще кто-то ноет, блять. То ноет, то свистят. То пердят, хуй поймешь вас. Подожди, а, опять нос чешется. Почему-то все время, когда я играю в Биошок, у меня чешется нос. К чему бы это? Непонятно. К чему-то непонятному это все. Так, тут нихуя нету, а тут есть вот это, кстати. Тут кто-то хныкал или что? Кто-то тут ныл, я слышал. Убери. А, вот ты ныкала. Ой, подожди, ты стрелок же? Нет, я надо фоткать, у меня очень маленький уровень у вас. О, уже, а? Да заебешь, блядь. О, хорошо. Бам, блядь, да подожди, бам. Ну-ка нахуй. Так, есть у вас тут картечь, ребятки? Мне бы картечь нужна. Потому что картечь у меня как-то мало осталось. О, подбухнули. Хорошо. Зачем он икает, блядь? Я не понимаю, типа... Я вообще не понимаю людей, которые, типа, когда этот мальца чуть-чуть выпьет, они такие сидят, типа, как в фильмах. Да никогда такого не происходит, блядь. Это все враки-перевраки. Никто так не делает, блядь. Так, ладно. А, вот где эта мразь-то тут была. Она в меня стреляла сверху. Где она? Это ты? Это ты в меня стреляла, что ли? Тебя надо фоткать. Нет, тебя не надо даже фоткать, прикинь. Да я сейчас отнесусь к тебе, как подобает. Вот так вот подобает к тебе относиться, нет? Электричеством-то меня гвоцает тут. Так, ну-ка, подожди. Где мой пистолетик? Ну-ка. Было весело. Да было достаточно, как бы. Достаточно было, мать, весело. С тебя только доляры падают, это, конечно, плохо. Ну ладно, не проблема. Доляры когда-нибудь мне пригодятся. Я куплю на эти доляры еще патроны, чтобы разъебать всех твоих друзей. Так, погнали, короче. Погнали вот сюда вот. Это у нас что? Это у нас куда? Это у нас вот это. Это, кстати, можно сделать, я давно этого не делал. Так, давай. Так, куда ты несешься? Ты несешься сюда? Ой, слушай, как хорошо-то у вас тут, блядь, эта хуйня придумана. Так, ну давай вот так. Давай вот так. 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 Вот так. Агась. Вот это заебись, это хорошо. Так, давай-ка посмотрим, что мне нужно. Во-первых, взрывающая картечь. Не знаю. Ну, блять, автозломчик я бы сделал на самом деле. Давай взрывающую картечь одну штучку. Мы ее вначале возьмем. А, она типа взялась. Подожди, а сколько мне можно-то? Сколько у меня ее есть? У меня ее 18. Так, а ты где идешь-то? Ты тут и где-то идешь? Нет, не вижу, где он идет. Это что за хуйня? Пленка, подожди. А, так, это ладно. Электрический гель мне не на. Бронебойные патроны. Возьму одну штучку. И вот эти возьму одну штучку. О, я автозломчика вот так вот нахуярю. Ой, так можно и это взять. И радость хакера можно сделать. И кровожадность. Вы слегка повышаете свой уровень здоровья. Каждый раз при взломе восстанавливаете здоровье Еву. Давай вот так вот, ладно. Так, у меня есть какая-нибудь радость хакера-то здесь? Медэксперт, канал, маскировка безопасности. Радость хакера. Вот это заменим. Тут что, X1, по-моему, было, да? Так, это что у нас? Автовзломщик. А, не могу больше. Ну ладно, не проблема. Зато картечи поднакопили мальца.
Взяли картофельные чипсы еще. А немка это Тененбаум? С любой тарелки без проблем слезать подливку. Это за пределами разумения папарацци. Даже кот на двери установил 5744. Наверное, чтобы она опять к нему во двор не пробралась. 5744? А как это связано? В смысле? Что значит даже кот установил? Типа, это что-то значит? Вот это вот 5744. Это что-то как бы вот прям какая-то интересная комбинация, логику которую я не понимаю. Так, ну-ка нахуй. Так, а ты вот сюда вот, да, делаешься? А ты можешь... О, я могу это взять, хорошо. Ты идешь нахуй. Ты идешь тоже нахуй куда-нибудь вот сюда. Агась. Все, тут кончились. Так, дай мне Еву. Еву мне нельзя взять, понял. Тут я могу что-нибудь посмотреть? Нихуя не могу посмотреть. Зачем тут столько всего тогда? Так, там эти ходят, пиздят, свистят опять. Заебали меня тоже. Так, это мы над хатой, ну не над хатой, а как? Ну получается, нет, над хатой. Тененбаум. Ходим, нам где-то тут надо найти дырку в полу, чтобы спуститься вниз к ней, я так понимаю. Сейчас найдем. Ты живая? Стри, она, по-моему, живая. Ну-ка нахуй. Ну нет, вроде не живая, нормально. Так, да, вот вниз у нас сюда. А ты тут что кидаешься, говно? Что тут кидаешься, блядь? Сколько можно кидаться книжками? Ты их, блядь, что ли, писал? Ты их выпускал или чего? Ничего ты не делал, зато у тебя картечь есть. Картечь — это хорошо. В хорем. Посмотри, а, в хоре. Что сделали с моим домом Фонтейн. Шлюха, понял. Наверняка он забрал образец 192 в свои апартаменты. Войти, ну, наверняка. Холла, но там всегда закрыто. Ты не поверишь. Но когда-то тут было так красиво. Ну да, сейчас как-то не прибрано, хуеваста. Считаю, да. Да и ладно, я не хотел особо рыться в ее там бумагах, видеть ее какие-то мемуары. Я понимаю, что она там, скорее всего, над детьми мальца как-то издевалась, а теперь спасает или что-то такое, не знаю. То есть, скорее всего, за ней тоже же какой-то косячок есть, но это типа, блядь, ну... А за кем нету, опять же, за кем нету? Не бывает святых людей ведь, правильно? Так что, ладно, она, в принципе, хотя бы не кусок мрази, который меня тут обманывал пол игры, говорил, да, я Атлас, потом еще, блядь, заставил собственного батю убить из-за того, что тут это, у них тут гонка, блядь, вооружений началась из-за того, что, как бы, этот, Фонтейн такой, я хочу стать главой всего, блядь, бикини-ботом, ты такой, нет, я хочу, два дебила, блядь, тоже. Ну сейчас фору-то я тебе дам, блядь. Так, давай. 57, значит, да? 57 44. Ага. Ну все, тебе пизда. Кто-то пиздит меня опять в ухе, блядь. Говорят, что спасти одну жизнь — это все равно, что спасти целый мир. Я создала здесь место для малышей, но это ты их спаситель. Ты остановишься на этом или, наконец, спасешь их из этого ужасного города? Ну, наверное, спасу. Наверное, спасу. Почему нет-то? Скорее всего, спасу. Подожди, вначале тут взломаю вот эту хуйню, а потом всех спасу. Ага. Чё, Фонтейн тут будет, нет? Не, ну это не особо похоже на Фонтейн. Это похоже на стрелка. Стрелка. Это похоже на стрелка. Стрелка на фоткать. Мутант-стрелок. Б. Так я не понимаю. То Б, блядь. То Ашечка. Я чуть-то это, как-то чуть-чуть не вкурю. Видимо, там Ашечка был все-таки кто-то другой. Так, эти кончились, я понял. Ой, блядь, меня уже стреляют здесь. На-ка нахуй. Побежал он, блядь. Нихуя у тебя тут... Этот, сад дзен, типа, да? Так, подожди-ка. Ну-ка, на-ка. Заебало, заебало. О, и этого еще грохнуло мальца. Да подожди, блядь, да где это говно-то в меня? Кто палит-то? Иди отсюда, нахуй. Заебали. Где кнопка? Где кнопка отмены сигнализации? Где кнопочка, чтобы не летал никто? Где она? Ее тут нету, блядь. Да все, не летайте со мной, не летайте. Да все, не летай, успокойся. Не надо, блядь, так делать. Ой, говно. Вот ты говно, блядь. Заебал. Все, не летай нахуй, иди. Угу. Нету кнопки нихуя. Кнопки нету, придется их ебать. Придется их ебать, я не знаю, что еще делать. Так, дай обычную, электрическая есть. Ладно, хорошо. Иди отсюда нахуй. Нету кнопки нихуя. 24 секунды, на, подождай.
Давай-ка тоже наэлектризуйся там. Все, побежали, побежали. Тут нет никакой распрыжки, блядь. Почему тут не как в Half-Life, знаешь, какая-нибудь распрыжечка была бы, чтобы удирать побыстрее. Так, ты что там? Летишь за мной? Все, не лети, 10 секунд. Сейчас нет смысла его бить, хорошо. 10 секундочек подождать. 7, 6, 5, 4. Где ты летаешь-то? А вон ты летаешь где, все, понял. А где этот дурачок с этими, со своей гаечной ключкой? А где он? Непонятно, непонятно. Все, можно его убивать. А, он улетает. Ну и улетай нахуй тогда. Улетай ради бога. Так, возьмем вот эти вот потрошки. Ну пошли, блять, плохо, что... Ох, медведь какой там. Какой красивый медведь. Давай револьвер, наверное... Не, вообще патронов нигде не осталось нормальных. Так, стой, подожди. Здесь поменяю патроны, не эти возьму, а вот противопехотные они как-то получше. Блять, дурак что ли? Это же просто праздник. Еще был бы праздник, Фонтейн, если бы ты разговаривал погромче. А то мне каждый раз приходится прям затыкаться, чтобы тебя услышать и прислушиваться. И всем моим зрителям тоже так приходится делать, потому что, блядь, тебя вообще нихуя не... Вот опять! Опять какая-то хуйня играет. Не дай бог, блядь, это будут опять авторские права, блядь. Ах, как я не люблю эти музыки уже вот сейчас. Уже не люблю, пиздец. Так, да-да-да, ты в меня стреляешь. Стоп! Агась. Не надо в меня стрелять, не надо. Стрелять не надо в меня. Так, побухали. Побухали, мальца, поякали. Поякали, побухали. Так, где тут что есть? Вот это вот мне хуяково. Генный бак. Давай тут вот, вот здесь вот мы можем какую-то новую хуйню поставить. А у нас нету. У нас нету силы, мы где-то ее не дозабрали. Так, давай тут вот посмотрим. Тут посмотрим, что я могу заменить, например, вот это вот. Так, если стоять, это все хуйня. Можете повторно, это хуйня. Алкоголь повышает уровень, хуйня. Получать много здоровья благодаря закускам и повязкам. Не знаю, радость хакера всякий раз называется немного Евы. Камера служения, вот, давай все-таки, да, ее оставим тогда. Здесь у нас, соответственно, тут что-то можно поменякать. О, у нас дохуя тут всего, да. Что я вообще меняю? Требует на день, это хорошо, снижает цены, хорошо. Перегрузка, это хорошо. На две отметки тревоги, хорошо. Блять, вообще все достаточно классно. Янтарная позиция требует на один компонент меньше. Да я не так много этих компонентов на самом деле делаю. Может быть все-таки... Да, вот так вот, торговый эксперт 2 я поставлю. И здесь у нас, соответственно, получается тогда уменьшает любой физический урон. Так, а у меня есть еще что-то? У меня есть статистическое поле. И вот это. Давай тогда все-таки оставим вот так, да. Пойдем. Пойдем тогда, пойдем. Пойдем дальше смотреть, что-то как. О, вот тебе и генчик какой-то. Какой-то ген. Так, дай-ка мне вот эту хуйню. Да за почему? Вот за почему? Я нихуя не понимаю. За... Да ебаный в рот, смотри, она два раза сработала, блядь. Какого хуя-то? Электро... Плоть. Непроизведенная разработка, ла-ла-ла-ла. Так это я только что смотрел, что ли? Ладно, не буду тогда смотреть ее. Так, образец 192. Вот мы его и бахнули, вот и все. Вот и все прекрасно у нас стало. Ага. Смесь закрепилась. Результат ментального воздействия рассеялся, но, несомненно, будут побочные эффекты. Блять, ну ладно, хуй с ними. Оказалось, побочное действие. Ваши плазмины стали нестабильны, сейчас вы лишены возможности выбирать, которые из них вы заряжаете. Ну ладно, ладно. Образец 192 преобразовал всю твою плазмидную структуру. Мне надо было сразу сообразить, что тебе нужна большая доза. Ага. Тебе придется найти добавку, чтобы полностью снять воздействие. Снимем. Найдем, снимем. Хорошо. А теперь отправляйся в дом Сушонга в квартале Артемиды. Наверняка там найдется еще немного образца 192. Хорошо, сходим в дом Сушонга. Блять, меня кто-то опять стреляет, какая-то мразота ебаная, скорее всего. Ой, а что это такое? Ты зачем так это сделал? Зимняя стужа 3. Чего? Ну-ка, блядь. Зимняя стужа 3. Нихуя себе, у меня такой не было, кстати. Такого плазмида у меня не было, прикольно. Зимнюю стужу 3 мне вдруг дал. Так, а что, я теперь могу вот так вот только делать, да? Бля, прикольная хуйня. Прикольная хуйня, давай походим за зимней стужей. Почему у меня не было вот этого? Я его где-то, походу, проебал все-таки. Так, окей, пойдем тогда сюда. Это у нас что такое? А, это дурачок здесь. Ага. Ну-ка, нахуй, нахуй. Ну-ка, нахуй, нахуй. О, заморозил все. Ну вот, постойте так, блядь. Постойте, я пока поеду. Давайте, пока. Пока-пока-пока. Мы поехали. И уже все, блядь, уже все. Уже все, мы поехали. О, мишень. Мишень. Сейчас будем мишенить кого-то.
Тут что-то лагает, кстати, какой-то... Вон, смотри, человек появляется, призрак какой-то. Какой-то призрак появляется, все лагает, интересно. Вон, смотри, что это такое? А, это мишень, в смысле мишень, блядь, я понял. А я думал, лаги какие-то пошли, да я просто не пользовался этим плазмидом никогда. Так, мы же туда идем, да? Так, это сюда, сюда, сюда. Ну, наверное, да. К люксам Меркурий. Сюда, сюда, туда, куда-то. Бля, ну, наверное, да. Наверное, да, иначе у меня бы это сверху палочка, ковырялочка моя, указалочка, она бы вообще другое дело. Так, ну-ка, оп, стреляй в него. Стреляй в него, дай-ка тебя зафоткаю. А то ты какой-то жирный постоянно ходишь. Мутант Нитро, Ашечка. Ой, я что-то получил за него, кстати. Что-то получил. Да подожди ты, блядь, ну-ка, на-ка тебе вот мишень. Стреляй давай, мишень там. Ходи, ходи, ходи. Теперь что? Теперь электроразряд 3. Ну-ка, на-ка, нахуй, ну-ка, на-ка, нахуй, ну-ка, на-ка, нахуй, постой, 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 там, постой. Я просто похожу. О, он нам помог, это я, блядь, это я был. Адам мне дали всякую хуйню. Слишком опасно перестраивать твои плазмиды в том состоянии, в какое привел тебя Фонтейн. Ну и ладно. Придется справляться с тем, что есть. Ладно, без проблем, посправляемся с тем, что есть. Хорошо, как скажешь, мать. Так, сейчас я вот этого гондона захуярю только, чтобы справиться как есть. Так, пойдем тогда, пойдем назад. Так, тут у тебя девки-то нету? Девки больше нету у тебя. Все, тогда ты мне не интересен, блядь, просто, понимаешь? Ты мне не интересен, мистер Бабблс. Мистер Бабблс, до свидаблс. Ну, пойдем тогда отсюда, с этой локации уже наконец-то. Ладно. Так я не понимаю. Должен я был понять, что Эндрюха мой батя или нет, вот, типа, в конце той серии. Вроде как особо вот мне так не было, что типа там, блядь, Люк, я твой отец и все дела, но, тем не менее... Не знаю, короче. Не знаю, сложно. Сложно, я не понял этого из прошлой серии, короче, сразу скажу, я этого не догнал. Так, вот сжечь 3 у меня есть такое. Сжечь 3 я пользовался таким, да. Ты пока поговори тогда что-нибудь. Я была в таком бешенстве, когда пришла сюда, но... Боже, я понятия не имела. У меня аптека-то нету. Вооруженные люди пошли. Я видела, как женщина пыталась перелезть через границу. Она вспыхнула и сгорела. Раз и все. Что здесь творится? Тут какая-то хуйня творится, разруха какая-то ебаная везде, я не знаю. Мне тоже не особо нравится, как-то вот хотя бы, блядь, ну вот попылесосили бы, я не знаю. Как-то пыль бы протерли, а то как-то все, ну, блядь, как будто бы вот и гостей-то не ждали. О, быстрее, мистер Би. Ангелы танцуют на небе. Мать, ты, по-моему, перекурила. Адам? Нет, это не Адам, подожди. Ну-ка, давай-ка вот это вот я заюзаю. Ой. Ой. А давайте вот так вот я посмотрю, как вы сражаетесь. Давай, я посмотрю просто. Понаблюдаем. Ты вот за кого болеешь? Я так болею за мистера Би. Мне кажется, он попище, чем вот эти вот дурачки обычные. Давай-ка мы, кстати, еще вот пока они запечатлим этот прекрасный момент, как они тут ебутся, дерутся. Запечатлим вот мистера Би заодно. Ага. Рози это, Рози, не мистер Би. О, глаз фотографа 2. Блять, давай-ка вот это мы, да, заменим. Нет, давай ледяное поле, наверное. Давай вот так вот, короче, заменим, да. Глаз фотографа-то будет попизже. Ага, я пока... Что ты мне поменил-то, нахуя? О, давай, мистер Би, хуярь его. А что в меня-то? Я-то не виноват. Я-то не виноват, мистер Би, ты чего? Вот, да, его правильно. А теперь на-ка нахуй. А теперь на-ка нахуй. Ага, на-ка нахуй. На-ка нахуй. Хорошо. Так, поменяю, подожди, я поменяю. Чуть-чуть поменяю, я сказал. На-ка нахуй. И еще. Великолепно. Так, девочка. Я тебя спасаю и отправляю к Тененбаум. Давай. Да-да-да, иди отсюда. Иди к тетке Тененбаум. Она тебе все поможет, все сделает, все будет классно. Давай, иди. Отлично, много Адама собрали, но пока он нам без надобности, конечно. Спасибо. Да на здоровье. Ой, фу, блядь, рой насекомых. Ты посмотри на мою руку, как она изговнялась. Блядь, нихера я пропустил, конечно, этих всех плазмидов, да хуища. Их оказывается столько всяких, а я их тут что-то напроебывал. Ну-ка нахуй. Ну-ка нахуй, получай. Видимо, их где-то можно было там, где вот мы собирали мед, ходили, блядь. Ну, не мед, а эти пипетки собирали. Видимо, их где-то там можно было все эти сделать. Так, ну-ка, что, ты как-то убираешь или не умираешь? Я не понимаю. У тебя аллергия на кого? На пчелок? На пчелок или аллергия? На пчелушек? На-ка нахуй. Блять, почему я ими не пользовался до этого? Это весело оказывается. Автозломом это тоже классно. Так, хорошо. Давай тогда ходить с вот этими всеми рандомиками. Рандомики это прикольно. Ух, мать, что держишь-то такое прикольное? Иисус любит тебя? Ну не знаю. Ой, ты сюда залезла. Так, подожди-ка, на-ка нахуй. Дай-ка я тебя сфоткаю. Оп, в моменте прям, смотри, в моменте. А я понял, зачем нам дали телекинез. Чувак, это будет легендарная битва, давай.
Бам! Ты немножко этот. Оп! Трупачком в тебя кину тоже. Давай еще. Ать! Где ты? Бам! Не, промазал. Промазал. Так, давай еще разочек. Давай еще разочек. Давай я в тебя что кину? Болты с остальным конечником. Где ты? Ага. Ой, циклон-ловушка, подожди. Блять! Нихуя! Вся магия подряд, блять. Давай. Бам! Хорошо, смотри, мне нравится. А так мне нравится, когда вот они особо ничего не требуются, их менять, они рандоме меняются. Только мало как-то вы этот, ну, мало дамажится. Давай еще. Да стой, 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 не надо. Давай еще. Бля, это прикольно. Это прикольно. Я теперь даже жалею, что я что-то это особо по плазмидам не ебался. Потому что я как-то, у меня знаешь, какая логика была? Типа, да нахуй надо. И так вроде они все ебаются как бы хорошо с вот этих, со всех вот пушек. Типа, я в основном пушками и гасил их. Так, а я тебя фоткал вообще, нет? Ну-ка, дай-ка я тебя сфоткаю. Вы что-то какие-то жесткие, сильные, я не знаю. Вот опять Ашечка, но как-то не знаю. Как будто не Ашечка. А где еще один? Это ты? Давайте я еще раз зафоткаю. Пусть будет. Вот, Бэшечка. А почему вот на одном Бэшечка, а теперь на другом Ашечка? Я не понимаю, это как? Опять Бэшечка. Опять Бэшечка. Мутант кто ты? Мутант Нитро же тот же. С. Типа С за... это именно фотка сама просто, в принципе, С. Ладно, хорошо, иди сюда. Стой, хорош убегать, хорош убегать. Вот, минус один. Где второй? Где ты? А, ты упал где-то отсюда. Ну-ка, на-ка, нахуй. Маркер безопасности. Нет, не то мне надо было. Это вообще не то, что я хочу. Вот. Ты куда там, блядь, улетел-то? Взял, а я могу? А я могу так сделать? Уу! Нет, не могу. К сожалению, не могу. Что у нас тут есть? А, ну мне это нельзя, блядь, да-да-да. У меня сейчас... О, Атлас жив, чё? Угу. То есть, я так понимаю, Атлас жив, это типа как Цой жив или что? Потому что, ну, его все-таки убили же, скорее всего, нет? Его же, по-моему, разъебали в итоге-то, как бы получается. Фонтейн его должен был разъебать. Ой, блядь, а это-то куда? Это-то куда я тут собираюсь пойти-то, подожди-ка. А где тут камера-то? Я не вижу камеры. Я не вижу камеры, но вижу, что... А, вот ты, блядь, где? Ну-ка, на-ка, нахуй. Ага, камеру тут решили они поставить. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Мишень? Мишень. Это мы отсюда пришли или чего? Нет, мы отсюда не пришли, мы пришли сзади. Бля, подожди, Рапture метро. Не, я пока сюда не пойду, я пойду по стрелочке, ладно, хуй с ним. Тут вроде не особо нужно ходить где-то вот, прям где-то, потому что игра такая, все равно как-то более-менее линейная, что ли, не знаю, получается. Ой. Бля-бля-бля-да-да-да. Смотри, я вот так пойду, бам. Ой, блядь, а что ты такой жесткий-то тоже опять? Опять же жесткий. Опять же какой-то жесткий. Цешечка, всего цешечка. Ну-ка, дай-ка я тебя тоже зафоткаю. Подожди. Бам, бам. Ага, на всякий пожарный. Так, ты где? Вот ты где. Блядь, так патроны, патроны, не патроны. Патроны-то не патроны, ну-ка, на-ка. Так, ты где, блядь, стрелок, хуелок? На-ка, нахуй. На-ка, получай. Бам-б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 ам. Отлично, избавился. Избавился от этих, от всех. Так, тут у нас что есть интересного? Тут что-то есть. Немножко халву, кстати, напоминает себе вот эта вот разруха, как будто идешь где-то уже это, после этого, как он называется, блядь, Рейвенхолм, по-моему, или что-то такое, как-то так город называется, это заброшенный. Вот такое ощущение, что там идешь. Так, где камера? Ой, здорово, камера. Смотри, что я могу. Бам, 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 бам. Давай-ка вот так вот я понаделаю, да и все, короче, ты мне надоела. Ты мне потому что надоела, сколько можно, блядь, эти камеры. Так, окей, это ладно, это хорошо. Это все лутаем, это все прекрасно. Куда мы идем-то? По итогу. Мы идем в квартиру Сушонга. Посушиться немножко мы идем. Так, бешенство. Ну-ка, на-ка тебе бешенство. Давай на кого-нибудь там другого. Начинай агриться. Ать. Вот, да-да-да, агрись на эту, блядь. На нее агрись. Все правильно. Давай, молодец. Где еще есть? Да, в натуре. Чтоб ты сдох, блядь. О, ну-ка, на-ка. Ну-ка, на-ка. Да подожди. На, на. Все, давай, нападай на другого на кого-нибудь. Нападай, нападай. Я пока от камеры немножко избавлюсь. На, блядь, камера. Камера, хуямера. Ага. Так, все. Блять, это черно-белый фон меня уже так заебал. Он так по глазам не долбит. Прям по-жесткому как-то, не знаю.
Так, ты еще тут кидаешься, опять же, вот это вот, опять этих дурачков, самых жестких оставили на конец, которых я вообще, по сути, не исследовал нихера. Все, надоел. Так, ты где? Ты что, сдох? Ты что, сдох? Уже не такой уж и жесткий получается, что ли? Что теперь? Сжечь опять. Опять сжечь, это хорошо, надо мне. Блять, я бы вот так вот сделал, короче. Я бы просто вот так вот сделал. Угу. Так, окей. Тут у нас что, фри-клиник. Фри-клиник, бесплатная клиника. Подожди, никаких уже начала, блядь. Уже начала. Клиника доктора Сушонга. Вот мы и здесь. Люксы Артемида. Это мне он говорит, назад надо бежать, да? Ну подожди, пока назад бежать. Так, ну-ка на-ка нахуй. Умри. Да подожди, ты не умер. Да почему так долго перезарядка-то идет? Ебаная. Еще и эта хуйня тут на меня нападает. Подожди, я тебя сфоткаю. Чтобы в следующий раз с тобой не ебаться. Мутант стрелок, блядь. На! Заебали, сколько тут атаков всяких. Миллион атак всяких. На, блядь, на. Что я делаю? Гипноз, подожди. Да заебали, блядь, подождите. Хватит на меня так нападать, блядь. Где какая-нибудь хуйня? На-ка нахуй. Все, замерзли в пизду, заебали. Замерзнем, как с другой сделать? Электрический гель. Нет, напалм, да, хорошо, все. Пизда тебе, да давай заряжай, блядь. Все. Минус одна. Хватит меня стрелять, ты горишь, блядь, ты горишь, ты понимаешь, ты горишь? Ты понимаешь, что ты горишь или не понимаешь, блядь? Как меня затрахал нахуй. Ой, говно, блядь, ты кто, откуда ты взялся, ты здесь, блядь? Миллионы идиотов каких-то, откуда вы, блядь, здесь? Пять рой насекомых. Кто там нахуй просто? На, блядь, раз. На, блядь, два. На, блядь, три, хватит на меня нападать, блядь. Тебя атакуют пчелы. Меня когда пчелы атаковали, я нихуя не мог сделать, блядь. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все, это сдох, блядь. Я сдох уже, нахуй. Потому что они вот дамажат, у них нету патронов, нету перезарядки, нету нихуя. А у меня все есть, а я же особенный, блядь. Мне-то надо перезаряжаться и все остальное, конечно, блядь, конечно. Пиздец, блядь, столько аптек уже въебал на них, это жесть. Это просто какая-то жесточайшая жесть. Че у вас тут проявительная какая-то? Вот это вот все, да? Пленок понабрал. Нахуй я их покупал? Зачем? Для чего? Опять телекинез мне какой-то дало. Зачем, блядь? Для каких целей? Пойдем отсюда, ладно. Пойдем тогда отсюда. Можно еще наверх, да, наверное? О, можно, действительно. Ну как-то... Нет, можно, но как-то хуеваться наверх идти. А он меня не пускает, тут невидимая стенка. Так, окей. Мы-то, получается, пришли уже непосредственно к самому этому Сушонгу. Ой, как страшно тут, нахуй. Какие-то звуки. Давайте тут тогда остановимся. Вот здесь вот прямо у надписи Free Clinic Doctor Yu Sushong MDMD. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите какие-нибудь комментарии. И увидимся в следующей серии прохождения BioShock. Всем удачки и давайте. Покасики.